Всем привет! Прежде чем начну трансляцию, хочу показать эту красоту, которая меня сейчас окружает. Это мост недалеко от Корчмы Будьма. Это новый мост. Вот. Мы сюда отъехали по грибочке. Прекраснейшая, просто прекраснейшая природа вокруг. Вот, мост от машин шатается. Тут как на трамплине ходишь. Просто замечательно. Ощущения такие, как будто ты где-то в полете. Я вот сюда набежал, машина где-то в километрах трех от меня. И вот решил с вами поделиться своими ощущениями. Давайте я вот так сделаю сейчас. Чтобы вы любовались на эту красоту. Сегодня мы поговорим о наших с вами целях. Точнее, не о наших с вами целях, а как мы их фиксируем, для чего нам это нужно делать. И вообще, что нужно записывать. Что нужно записывать. Вот такая вот интересненькая тема будет сегодня. Вот. Ну, налюбовались. Красота, да? 100% с вами согласен. Давайте я приближу вам. Просто обалденно. Вышка стоит. Вон вышка стоит. Это тот момент, когда говоришь так: вау. Сейчас поправлю камеру. Супер, не правда ли? Так вот, цели, для чего их нужно писать вообще? Нужно ли их вообще писать? Хочу привести пример. Может, после моих слов вы тоже начнете за ним следить. Я буквально недавно начал следить за ним, смотреть его канал. Это миллиардер Гран Кардон. Вот. И у него есть такой ежедневник, он его создал для своих поклонников и назвал его X10. Вот. Планировщик X10. То есть можете прям в YouTube видео увидеть. И там он пишет цели два раза в день. Два раза в день пишет цели. Зачем это, писать цели в два раза в день? А дело вот в чем. Когда, чем чаще мы цели записываем, мы когда записываем, у нас мозг, вот мы подумали, да, мозг принял это, ну, подумал и ладно. Но когда мы записали, мозг начинает это принимать как задача. И он начинает искать пути подтверждения, то есть решения этой задачи, подтверждения точки зрения. Вот. А мы же пишем цели, желательно, лучше всего писать цели уже в настоящем. В настоящем. То есть мы подтверждаем письменно в настоящем, что мы хотим. Именно в настоящем. То есть написали, что мы хотим в настоящем. У нас это уже есть, пишем. Да? Такой-то самолет, такой-то там пароход там, да. Ну, почему бы нет, как круизные лайнеры, они стоят. Я вам сейчас скажу цифру, вы, наверное, просто опупеете. Один круизный лайнер. Стоимость у них средняя, то есть даже не средняя, а начинается от 1,5 миллиарда долларов. Круизный лайнер стоит
$1.5 миллиарда. Представляете? Вот. И когда мы эти цели, ну а почему бы и нет? Почему бы и нет? Если ты пишешь то, что ты не веришь, в то, что ты не веришь, этого не будет. Но как заставить мозгу, как заставить наш мозг поверить? Просто начать писать. Начать писать и представлять. Не веришь? Не верь. Просто представь то, что ты хочешь. Напиши это. Напиши и представь. И это каждый день и по несколько раз в день. Два раза в день, вот Гран Кордон. Два раза в день пишем цели свои. Утром и вечером. Утром и вечером. Утром и вечером. Супер. Потрясно. И кто-то там два раза в год пишет, да? А кто-то 700 раз в год. Понимаете? Чувствуете разницу? Там, в начале года поставил цель, там, да? В конце года там летом подвел итог, там, в конце года там еще раз итог подвел. Либо же ты каждый день два раза ставишь цели. Естественно, результат придет быстрее. Естественно, это дойдет быстрее до мозга, до нашего подсознания и начнет работать для нас. Любые цели, записанные на бумаге, превращаются уже к, скажем так, к началу пути к этой цели. То есть мы пишем цели, и наш мозг начинает искать пути решения. Пути решения этих целей, то есть пути исполнения этих целей. Вот. Что еще важно записывать? Что еще важно записывать? Важно еще записывать благодарность. Ребята, когда мы благодарны, мы богаты. А когда мы неблагодарны, мы бедны. Я вам говорю сейчас про внутреннее богатство, потому что когда мы благодарны, что значит слово благодарность? Благодарить. Мы дарим благо. Мы дарим благо любым событиям, людям. Мы это записываем и мы питаем это энергией благодарности. То есть энергией отдачи. И когда мы питаем этой энергией отдачи, происходит взаимоэнергия, обмен. И эта отдача, то есть мы отдаем энергию, энергию счастья кому-то или какому-то действию, каким-то предметам, там, то, что мы имеем, благодарны тому, что у нас есть, события, которые у нас произошли уже. Вот. Мы за это благодарны, и мы это будем получать еще больше. То есть не самих таких событий, не самих таких предметов, да, мы благодарны, допустим, я благодарен там за квартиру, за то, что у нас есть квартира, супер. Но мы будут возвращаться эмоции, то есть будет приходить еще больше таких ситуаций, которые вызывают те же эмоции. То есть ты благодарен, у тебя есть эмоции благодарности какому-то событию, и приходит такая ситуация извне, неважно, а с другой стороны в любом случае придет, и ты получишь опять эти же эмоции. Они к тебе